как так-то, а? Нифига себе, он один с Кунсиара победил троих. Всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами Вовкин, и сегодня поиграем в Looney Tunes Безумный мир. Один подписчик мне написал, что давно просит, чтобы я снял про нее видосик. Вот, ребятушки, всегда пожалуйста. Я и сам давно уже хотел, честно говоря, сыграть в эту игрушку. Так, давайте зайдем в лабораторию. Мне это нравится больше всего, потому что здесь всякие редкие штучки можно выиграть, которые нужны для прокачки героев. Так, возможные награды. Смотри, вот эти вот пробирочки с какой-то синей штучкой, это нам нужно. Так, нажми, чтобы узнать хитрости. Кто не знает, нужно нажать, чтобы узнать хитрости. Так, защита в начале хода твоих мультяшек за каждое повышение. Защита, она получает плюс 10 атаки. Короче, ладно, рекомендованные мультяшки. Смотри, что нам рекомендуют. Фагорн, Спайк, по-моему, зовут этого бульдожку. И... я уже много персонажей здесь, к сожалению, позабывал. Это прискорбно. В общем, рекомендации у нас есть, мы поняли. Ну что, давай атакуем. По крайней мере, первую мы точно пройдем. А вот что будет дальше, там уже будем разбираться. Так, тут 25-я сила, и 20-я, и 15-я. А, легкотня. Хотя, по идее, ты знаешь, не такие уж они прям тут все и прям легенькие. Тут тоже прям не все так просто. Ладно, будем сейчас смотреть, разбираться. И у нас пошла загрузка. Так, пошла и пришла. Вот, посмотри, тут все по полосочкам. Смотри, сколько полосочек у кролика Роджерса. Просто дофигища, он самый тут получается сильный. А у меня такие, видишь, там, раз, два, три, четыре, по четыре полосочки. Я даже что-то думаю, что я здесь, наверное, никого не одолею. Короче, я даже включу автобой, не буду сам что-то пытаться делать, потому что, ну, это будет вообще бессмысленно. Ох ты, смотри, мы почти вырубили койота. Это хорошо. У него прям хпшек мало уже. Главное, чтобы его никто не подлечил. Фух, минус один, отлично. Так, и теперь на кого будет агриться моя команда? На Сильвестра, котик Сильвестр. Так, ага. Что происходит? Ох ты, Рэгбист бежит. Все, вынесли второго, отлично. Вот это мне нравится. Ой, Фагорн скаут, ты чё такой слабый-то, смотри. Ну это, видать, короче, какие-то атаки хорошие, да? Что там куда двойной урон, наверное, идет или что-то такое. Слушай, кролик Роджерс остался один, отлично. У него тоже будет хп хорошо забираться. Ух ты, нифига себе. Ты видел, так прям много сразу сняло с него. Отлично. Ой, так это классно вообще. Просто на изи прошли, понимаешь? Получили вот эти вот, сейчас получим пробирочки. Они нужны там для прокачки, они реально нужны. Так, и что, пойдем дальше? Тут еще больше пробирочек, но тут, конечно, и защита будет лучше. Так, нажми, чтобы узнать хитрости. Наверное, рекомендованы все те же самые. Ну что, попытка не пытка, давай пойдем попробуем. Может, все-таки нам повезет. В принципе, да, ты знаешь. Так. На всякий случай вытащил Элмера этого, чтобы проверить. И что, и где рекомендованы? Эй. Доступные. Ага, вот. Теперь тут уже этот почему-то рекомендованный. Очень интересно. И... подожди, а если мы всех вытащим? Кто нам тут будет рекомендованный? Так, вот этот. Хорошо, дальше кто? Смотрим внимательно. Да, опять же, это Фагорн. Фагорн Лигорн, по-моему, его зовут. Потом вот это мы возьмем и... и кого бы еще взять? Ну, того, кого нам порекомендуют. Спайка. Так, смотри, у нас силы, в принципе, даже все равно больше, чем у него, у противника. Ну, будем смотреть, что у нас получится. Пробирочки нужны. Так, я, наверное, включу опять автобой, потому что, ну, как-то стрёмно, честно говоря, не хочется проиграть. А мы, как бы, заодно с вами посмотрим мультяшки. Очень веселые мультяшки, как они тут с друг дружкой разбираются. Мультяшные разборочки. Так, у них Бакс Банни парикмахер. А, я называл того кроликом Роджерсом.
А это Бакс Банни. Подожди, а кто такой Кролик Роджерс? Вроде бы тоже он. Может, у него много имен? Что-то я, может, ничего не понимаю. Напишите, ребят, в комментариях, кто знает, чем отличается Бакс Банни от Кролика Роджерса. Так, Бакс Банни парикмахера мы вынесли. Слушай, у нас у Спайка прям дела совсем плохи, на него все агрятся. И это печально. И это ужасно. Так, повышение атаки, ага. Фагорн Легорн что-то подлечил, но не всех. Почему-то Спайк не подлечился совершенно. Так, минус 2 у них уже. Ой, и у нас минус 1. И, по-моему, это плохо. По-моему, это значит, мы там что-то не выиграем, что ли. Что-то нам не дадут, насколько я помню. А может, возможно, я ошибаюсь. Так, 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 ага. Давайте полицейского вырубили. Отлично. И остался последний скунсик. Скунсяра лихая, а. У него вообще там полосочек дофига. Как бы он еще не выиграл нас. По 48 сносят они, а у нас 523, 125, что-то маловато. Песик мой там гавкает, финик какого-то фига. Так, смотри, он прям тут дамажит просто дьявольски. Как бы он еще нас один не выиграл, потому что у него хп еще есть. А мы решились Фагорна-Легорна. И этого лишились тоже. И елки-палки, что так? Как так-то, а? Нифига себе, он один Скунсяра победил троих. Офигеть, я в шоке. Привет, дружок, нам нужно больше силы. Улучши нас и сделай сильнее путем повышения уровня, повышения ранга или усиления. Хороший совет, слушай. А я-то думал, а что мне делать? Оказывается, повышать надо. Я это и так знаю, я уже играю в эту игру давно. Я просто, с другой стороны, да, я давно в нее не играл. Но как бы у меня 54 уровень. Это немало... Говорит о немалом. Так, давай посмотрим все-таки, где мои герои. И как бы нам их улучшить. Вот это кто? Вот смотри. Бакс Банни. Кто такой тогда Кролик Роджерс? Что-то я не понимаю. Так, нам нужно было улучшить. Давай найдем... Найдем тех... Подожди. Вот этот. Вот это у нас и так прокачанный. В принципе, да? Куда уже его прокачивать? Потом там был Фагорн Легорн, по-моему, обычный, да, самый? Вот этот. Повышение ранга. Ну, ранг мы ему... Хорошо. Повысим. Повышение уровня. Ёлки-палки. Что такое? Это что это значит? Кто это так сделал? Ага, ух ты, можно вот так сразу сделать, да? Прикольно. А я хочу еще. Че, 50? Ну давай. И все, мы истратили все свои штучки эти. А, можно еще. Че, я не пойму. Почему оно... Странно. Почему оно не нажимается? Хм. Подтвердить. А, все, теперь я понял, потому что мы до 51 его не подняли. Короче, все понятно. Ну, как бы все, повышать мне тут больше некого, нечего. Хотя, давай, кто там еще был у нас? В команде. Я уже вообще забыл, все прям вылетело из головы. Что-то волнуюсь, переживаю, потому что давно не играл в эту игру. Так, хитрости. Давай посмотрим... Атаку. Так, вот это. А, с цветочками и обычный Спайк. Мужик. Усатый рыжий мужик с цветочками. И обычный Спайк. Так, хорошо. Они, по-моему, по умолчанию. Чё там? Так. Блин, ладно. Вот он с цветочками. Повышение уровня. Ну, чё я ему тут повысю? Ну, прям совсем ничего, да? Вот так вот. Ну, толку. Ничего это же не даст ему, да? Не даст. Хорошо, ищем, значит, обычного Спайка. Вот он. С
Спайк, это вообще Гектор. Почему я его называл Спайк, вы не знаете? С самого начала видео я называю его Спайком. Подожди, Спайк это, по-моему, дракончик в Понивилле. Или, насколько я помню, или это в Том и Джерри звали такого бульдога Спайк. Может, я что-то путаю? Ладно. Все, повысил, в общем, ребятушки, по максимуму, что смог. Теперь идем сюда. Вот сюда я потом зайду в ежедневные испытания. Теперь идем сюда и пробуем атаковать все-таки. Теперь мы стали немножечко сильнее. Возможно, теперь пройдем это все. Так, смотрим, наблюдаем. Так, как бы... Что сделать, а? Опять авто врубать, а? Ну, попробуем опять на авто, потому что... Как бы без авто я даже вообще не знаю, смысл тут что-то делать. По крайней мере, не сейчас. Так. Начинают агриться на... Парикмахера Бакс Банни. Он там что-то жует морковку, понимаешь? Лечится. Шемяк тебе. Подлечился? Окаянный. Так, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы теряем своего космического рыжего мужичка. Хм, а он подлечился, причем так здорово. Так, у них тоже есть этот усатик. Как его... Блин, забыл. Вот совсем забыл, как из головы вылетело, как зовут этого мужика усатого. А знал. Раньше знал, я их всех знал. Вообще всех просто наизусть знал. Теперь уже не помню. Помню, но не всех. Так, вот этот скунсик, он мне не нравится. Смотри, он начинает прям очень много дамажить. С полицейским, я чувствую, мы сейчас разберемся. Надеюсь на это. Вот, отлично. Теперь вот этого полицейского дружка надо тоже выносить. Дружок, петушок, что ж ты творишь? Вот, получай, все, это хорошо, тебе будет... О, я думал, вынесем сейчас этой атаки его. А он живой, а он до сих пор живой. Вот сейчас точно ему будет хана, кранты тебе. Все, наконец-таки, остался скунтик один. Блин, я сейчас просто офигею, если скунтик вынесет всех четверых. Представляешь, это будет реально капец какой-то. Так, давай. Ох, он начинает газовать. Это вообще плохо, очень плохо. Осталось у нас трое бойцов. И Гектор тут уже почти прям при смерти. Все, потеряли Гектора. Так, главное, чтобы он не скользнул. Так, отлично. Что теперь? Ёлки-палки. Остался почти один. У него же один. Не то, что почти, он один уже остался у нас. Кчута этот. Кчута Сэм, по-моему, зовут. Да как так-то, а? Опять этот скунс выиграл, ты понимаешь? Это просто жестяк. Я так не играю. Это нечестно. Что это такое? Он один остался против четверых и все равно выиграл. Неужели он настолько крутой? Хм, очень странно, очень интересно. Так, давайте ежедневные задачи посмотрим. Мы тут даже что-то сделали. Хорошо. У меня 1,5 миллиона денежек, представляете? 63, кстати, этих штучки. Сейчас мы туда тоже обязательно пойдем. Золотой рудник. Ха-ха-ха. Ух ты, тут вон какие награды дают, смотри. Билетик. Ежедневный билет, класс. Это мне нравится. Зайду сюда, но уже, наверное, не на видео. А сейчас мы, ребятушки, с вами можем пойти вот сюда. В магазин Лиги. К примеру. Но лучше в реатомизатор. Магазин лаборатории, кстати. Вот здесь вот за эти штучки можно купить всякие другие нужные штучки. Но я уже, к сожалению, не помню, что мне надо. Поэтому мы сюда не будем заходить. Мы будем все-таки пойдем в реатомизатор. 25, морской реатомизатор. Без козырки за Илудии. Ну давай посмотрим, что нам тут выпадет. Что-то, наверное, хорошее. Без козырки, 80. Все. Очень хорошо. А зачем нужны без козырки? Вот, бесплатный сундук. Жетон какой-то. Тут столько много всего нового. Какие-то без козырки, жетоны. Что с этим всем делать? Кто знает, пишите в комментариях. А я уверен, что кто-то знает, потому что кто-то же просил в видосике про эту игру. Тот, значит, прям шарит, во всем разбирается. Так.
гарантированной части Пеппи Барда за бескозырки можно купить. Так, хорошо, мы, конечно же, купим тогда еще бескозырочек. Отлично, 60. Теперь идем в рекомендации и смотрим, что бы нам тут такого купить. А давайте купим за 2749 гривен 99 копеек набор ультражетонов. Шучу я. Нафиг оно надо. Слишком дорого. Так, за бескозырочки можем купить Порки Куратор. Хм. Это вообще у меня такого нету. Пеппи Бард, вот он мне нравится, потому что он прям хиллер хороший, да? 20 частей, но нужно ли оно мне? Да, давай купим, что уже. Пригодится. 38, отлично. А нужно 200, хорошо. Ладно, давай пойдем, значит, куда? В ядерный реатомизатор. Мы уже не пойдем в него. А так хотелось, там именно хорошо выпадает все. Мы можем пойти в мега реатомизатор. Посмотрим. Да, что нам тут выпадет? Может, что-нибудь хорошее. Так, и поскольку частей 20, отлично, Джоманде можно повысить. Бабульку нет, мисс Присси. Забираем, ну, честно говоря, такое себе. Ничего прям сверхъестественно не выпало. Ладно, ребятушки, на этом будем с вами прощаться. Спасибо, что зашли посмотреть на мой видосик. Не забывайте про лайки. Чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующее видео по этой игре и не только. Ну и также подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. А с вами был Вовкин. Пока-пока, скоро увидимся.